Мне очень приятно, что культурные отношения между нашей страной и вашей Россией продолжают развиваться. Я хочу поблагодарить за концерты русской поп-культуры, которые прошли в нашей столице. Спасибо большое. Надеюсь, вам все понравилось? Да. То, что надо. Но у меня есть небольшие уточнения. Вот, например, певец Сергей Шнуров. Шнуров? Да, Шнуров. Так и думала, что с ним будут проблемы. Хороший певец. Да? Да. Очень приятный, брутальный голос. Да? Да. То, что надо. Но очень много непонятных русских слов. Я тут выписал некоторые из них и сейчас вам зачитаю. Вот, например, нет, слово... Нет, не надо, не надо. Почему? Дело в том, как бы вам это объяснить, что Сергей Шнуров использует в своем творчестве древнерусский народный язык. Да? Да. И даже слово... Да. Хорошо. Следующий выступала певица Глюкоза. Глюкоза. Да. Глюкоза. Томас, включите, пожалуйста, песню. Ясно. Вам, наверное, непонятно, как бы это сказать, что у нее самое красивое? Нет. Как раз это я понял. Опа, у нее то, что надо. Мне... Непонятно немножко другое. Почему Россия танцует, а Европа плачет? Томас, следующая песня. Да, но это же Анна Семенович. Да. Но она же не принимала участие в наших концертах. Да. Очень жаль. Апофеозом концерта стало выступление Никиты Джигурды. Томас, включай! Опа! Джигурда! Джигурда! Опа, Джигурда! Вам не понравилось? Да что надо! Мне только непонятно, почему Никита выступал в юбке. Видите ли,
дело в том, что Никита только что вернулся из Шотландии. Так. Это килт, шотландская юбка. Так. Понимаете, он так к вам спешил, что просто не успел переодеться. Хорошо. Передайте Никите, что юбка ему идет. Да? Да. И бюстгальтер тоже. Я еще раз хочу поблагодарить вас за эти концерты и сказать спасибо за высокий уровень русской поп-культуры. Как говорится, то, что надо.